Вопрос обеспечения населения лекарственными средствами был рассмотрен на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова. На текущий год фондом социального медицинского страхования определена потребность в 512 наименованиях лекарственных средств и медицинских изделий. Дополнительно выделен лимит взрослым и детям по 136 наименованиям на сумму свыше 417 миллионов тенге. А на потребности амбулаторного лекарственного обеспечения более чем на 1 миллиард 300 миллионов. По состоянию на 8 ноября единым дистрибьютором произведена отгрузка в 41 медорганизацию региона лекарств и медицинских изделий на сумму свыше 8 миллиардов 100 миллионов тенге. На обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями из местного бюджета выделено 548 миллионов тенге. Препараты предназначены для 403 пациентов, состоящих на амбулаторном лечении по 29 видам заболевания. На сегодня освоено 459 миллионов тенге. Также 47 пациентов, в числе которых и онкобольные, обеспечиваются лекарствами в рамках благотворительной помощи на средства общественного фонда «Казахстан Халхна». Поручая держать на контроле вопрос обеспечения лекарственными препаратами, наладит регулярное пополнение медучреждения с запасами медицинских препаратов и обеспечит целевое эффективное расходование средств, выделенных на закуп лекарств.